проводим исследование слуха тимпанометрическое с левой стороны. Левой рукой оттягиваем левое ухо кверху для того, чтобы выпрямить наружный слуховой проход, поскольку в слуховом проходе есть физиологический изгиб. И достигаем эффекта того, чтобы вот это отверстие не было заблокировано и чтобы не было бреши воздуха, потому что в противном случае работать не будет. Вот у кого-то это позволяет мгновенно добиться, а в каких-то случаях приходится немножко мучиться. Пациент мучения не испытывает, испытывает неудобство доктор, потому что хочет сделать быстро, но не всегда получается. Для этого существуют разные насадки разного калибра, ну, которые в конце концов когда-то полностью закроют вход в слуховой проход, и исследование будет проведено.